Беларусь, Армения, Болгария, Венгрия, Грузия, Италия, Китай, Россия, Сербия и Сирия. 10 странами будет представлена география участников юбилейного фестиваля. Как уверяют организаторы, несмотря на внушительную историю проведения, а в этом году январские музыкальные вечера пройдут в 35-й раз, почитателей классической музыки ожидает множество сюрпризов и разнообразия концертной программы. Как всегда, и как всегда это заявлено, будут представлены новые лица, которые увидят как и наши жители города Бреста, так и гости, которые всегда приезжают и посещают данный фестиваль. Будет много нового. Всех секретов организаторы пока не раскрывают, но поделились, что старт праздничной музыкальной феерии даст концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в исполнении Государственного академического симфонического оркестра Беларуси под управлением Александра Анисимова. Ведущую партию на фортепиано исполнит народный артист Беларуси профессор Игорь Оловников. Это вообще уникальный музыкант, но мы этого еще не поняли вообще в Беларуси. Он всем награжден, но не поняли, что на него надо так же бежать, как бегут на Мацуева. Любителей музыки ждет также выступление первой флейты оперных театров Милана и Рима Антонио Амендуни, итальянских оперных певцов Доминго Стасси и Россаны Потенза, солистом Ринского театра Вадима Кравца и многих других. Выступления приглашенных артистов состоятся на двух площадках. Начинающие и состоявшиеся звезды высокого искусства будут блистать на сценах Брестского академического театра драмы и Брестского государственного музыкального колледжа имени Ширмы. Наталья Луговкина, Владимир Казаков, телерадиокомпания «Брест».